До уваги могилевчан и гостей города, как нам поведомили у гарвыканкаме, у сувязи с ремонтными работами рух уласного и громадского транспорта на Пушкинском мосте будет часово заборонены. Згодно графика, сегодня с 0 до 5 годин раницы, а так само с полночи 15 вересня до 6 годин раницы 18 вересня. Альтернативный маршрут громадского транспорта, что накировывается у Заднепровья, пройдя про улицу Чалюскинцева на мосте Мяшмитта, а далее згодно маршрута